Телеканал К+, о событиях среды 25 июля. Меня зовут Алексей Рыблов. Здравствуйте. Пограничник Владислав Челох отказался от своих признательных показаний. Как заверяют родственники, солдат дал их под давлением. В Таджикистане по приказу президента завершилась спецоперация в городе Хорок. МВД опровергает информацию о погибших среди мирного населения. Отдельные СМИ приводят другие данные. В Алматы провели учения на случай землетрясения. Сигнал «Внимание всем» был дан посредством сирен, радио, телевидения и СМС-сообщений. Пограничник Владислав Челох отказался от своих прежних показаний о том, что он убил 14 сослуживцев и егеря в мае этого года на погранзаставе Аркан-Кирген. Также солдат отказался от государственного защитника. У него теперь собственные два адвоката, и с их появлением у обвиняемого кардинально изменилось отношение к ЧП. Челох спокоен и уверен в себе, заявляет его дед Владимир. Тем временем в военной прокуратуре не располагают данными о новом повороте в следствии и от комментариев пока воздерживаются. 28 мая 2012 года совершил убийство 15 человек на пограничном посту. Теперь эти склеенные признательные показания Владислав Челох отрицает. Сегодня, после завершения судебно-психолого-психиатрической экспертизы, к пограничнику впервые допустили двух адвокатов. От государственного защитника солдат отказался. Юристам Берлика Жанову и Сарсенову, подозреваемые в убийстве 15 человек и поджоге поста Аркан-Кирген, заявил, его прежние показания было сделано под давлением. А еще, мол, обещали, что он избежит пожизненного заключения. Потому что ему грозили тем, что его, значит, это, расправиться с ним там в СИЗО и все прочее. И если он будет говорить эти показания, то ему помогут, значит, это, смягчать его обстоятельства. А сейчас он при наших адвокатах от этого всего отказался. По словам адвокатов, пока они не знакомы с материалами дела. Впереди кропотливое изучение каждого эпизода. Защитники намерены ходатайствовать о проведении следственных действий и экспертиз. К тому же следователь должен ознакомить их с результатами психолого-психиатрического обследования пограничника. Ни с того момента, как его того допустили, до первого допроса не было, ни после этого, до момента направления его в психиатрический центр для экспертизы, также ни одного. Вот вам подтверждение того, что это формально была обеспечена ему защита, якобы защищался он, присутствует защита, а на самом деле никакой защиты не было. Вот. И как сам выражается наш подзащитный, сейчас он уже идет, этот адвокат был красный. Во время четырехчасовой беседы всплыли новые подробности. Якобы вместе с Владиславом Челохом с поста сбежал еще один пограничник – Камбар Аганас. И он должен был быть далеко от места пожара. Якобы, когда он стоял, прибежал рядовой Аганас такой, часовой. Он и были слышны выстрелы со стороны казармы. И тот Аганас якобы сказал ему, значит, идет на, что на них напали. В связи с этим они вместе с Аганасом стали убегать оттуда. А затем в дальнейшем он каким-то образом Аганас отстал, он больше его не видел. Он спасся бегством. В аркан-кыргызских списках действительно значился такой военнослужащий, уроженец Актюбинской области, которому должен был исполниться 21 год. Однако его отец Оскар Саринов сообщил журналистам, что ездил на экспертизу в Астану и опознал тело сына, которое обгорело меньше остальных. Весть о неожиданном исходе встречи рядового с новыми защитниками военной прокуратуре пока не комментируют. Еще неизвестно, будут ли подавать адвокаты иск против следователей в связи с заявлением Челоха о подоплеке его первоначальных показаний. Ведь по международным стандартам психологическое давление приравнивается к пыткам. Людмила Экзархова, Мадина Мухамеджанова, Айдар Алиев, Талдыкурган, Алматы, Казахстан. Между тем, до сих пор неизвестна судьба трех пограничников заставы Аркан-Кирген, Дениса Рея, Рустема Акылбекова и Мирхана Именова. Завтра, 27 июля, на сожженной погранзаставе установят памятную доску бойцам, погибшим в ночь с 27 на 28 мая. На место трагедии приедут и родственники бойцов. К сожалению, журналистов к памятнику не пустят. Напомню, что результаты экспертиз еще не преданы огласке, и не все родственники смогли забрать останки пограничников.
Но заявление пограничника Челоха о давлении и угрозах во время следствия в очередной раз доказывают факты применения пыток в Казахстане. На днях комитет против пыток ООН впервые в истории вынес решение против республики. Представители мирного сообщества раскритиковали страну за полицейский произвол. Речь идет о кустанайце Александре Герасимове, чудом выжившему от пыток сотрудников правоохранительных органов. В 2007 году Герасимову было предъявлено обвинение в убийстве своей соседки. Полицейские пытались выбить из кустанайца признательные показания. После побоев Александр остался инвалидом. Затем последовали 5 лет судебных тяжб, которые только навредили мужчине. После проверки прокуратуры он отправился в психбольницу. Комитет ООН выявил серьезные нарушения и напомнил, что Казахстан является государством-участником конвенции против пыток. Международное сообщество обязало провести расследование и установить виновных. Но Казахстан входит в категорию несвободных государств. Такое заявление президента фонда Freedom House Дэвида Крамера прозвучало сегодня в Алматы. Он встречался с журналистами, отвечал на вопросы по соблюдению прав человека и норм демократии. Freedom House мониторит все события, которые происходят на территории республики, при этом отмечает, практически никаких улучшений в судебной системе и коррупции нет. Средства массовой информации продолжают страдать от правовых ограничений. Журналисты независимых СМИ подвергаются преследованию, нападениям. Большая часть изданий принадлежит либо государству, либо членам семьи президента. Казахстан – одна из немногих стран-членов ОБСЕ, где нет закона о свободе информации, заключил Крамер. Мы также выпускаем второй отчет под названием Freedom Press – «Свобода слова, свобода печати». В соответствии с этим отчетом Казахстан попал под категорию несвободных. Мы надеемся, что у нас состоится диалог с представителями государственных органов, и этот диалог будет проходить с целью создания большего пространства для журналистов. Зато поднялся рейтинг гражданского общества. Связано это с событиями декабря 2011 года в Жанаузене. Freedom House собирает данные о ходе расследования трагедии. Небезучастный международный эксперт и к судьбе политика Владимира Козлова. Завтра в Астане Дэвид Крамер встретится с представителями государственных органов, где и обсудит эти вопросы. Правительство Казахстана проявляло интерес только к тому, чтобы эксперты ООН приняли участие в расследовании событий в Жанаузене. Лучше к ним обращать вопрос, почему их эксперты не приняли участие в расследовании. Вот это доподлинно известно. Да, эксперты ООН не принимали никакого участия в расследовании событий в Жанаузене. Но кто стоял за тем, что они так и не приехали? ООН или... То есть оно не смогло что-то преодолеть? Или правительство Казахстана не сделало какие-то последние шаги? Мы таких выводов делать не можем. Адвокаты правозащитника Вадима Курамшина пока не могут подтвердить информацию о голодовке своего подзащитного. Как сообщила нам в телефонном разговоре Разия Нурмашева, она была в курсе, что Курамшин поставил в известность судью о намерении голодать, но о начале акции ничего не знает. Правозащитник планировал пойти на крайние меры в знак протеста уже 2 месяца. Из Астаны нет результатов экспертизы. Также он требует вернуть присяжных на процесс и привлечь к уголовной ответственности следователя Алиева за подтасовку документов. Ранее сообщалось, что арестованный по подозрению в вымогательстве Вадим Курамшин объявил с понедельника голодовку в СИЗО Тараза. Ну, я вот 18-го ездила, 19-го я туда приехала. Ну, здесь еще не прошло. Я поэтому не знаю, откуда эти слухи о том, что он начал голодовку. Видимо, этот вопрос надо задавать сотрудникам СИЗО. Родственники и адвокаты осужденных за организацию террористической группы в Таразе ждут решения апелляционной инстанции. После того, как суд признал подсудимых виновными, защитники подали заявление на обжалование приговора. Предполагается, что ответы огласят в начале августа, хотя на оправдательный вердикт мало кто надеется. Суд проходит в закрытом режиме, а интересы подсудимых представляют государственные защитники. Стоит отметить, что больше 8 месяцев осужденным не дают свидания с родственниками. Суд даже ни один час не давал. Как всегда не дала даже. Теперь апелляцию ждем. Сказали, после апелляции 1 день можно. Сказали, не знаем, дадут, не дадут. На западе Казахстана ждут завершения следственных мероприятий. 21 июня на окраине Актобе был убит полицейский Темирбек Жексалыбаев. Позже в СМИ появилась информация о взрывах и заложниках. Однако генпрокуратура опровергла эти данные и указала на нападавших. В ходе оперативно-следственных мероприятий 2 преступников были убиты, 1 ранен. Сейчас он находится в СИЗО. Его адвокат, с которым нам удалось связаться по телефону, с материалами дела пока не ознакомлен. Казахстан оказал гуманитарную помощь Таджикистану. Как пояснили в МИДе, официальная передача состоялась 24 июля в Душанбе в связи с обращением Имамали Рахмона к главе республики Нурсултану Назарбаеву. По данным ведомства, это уже не первая помощь таджикской стороне. За последние 6 лет в денежном эквиваленте было передано более 25 миллионов долларов.
Сама гуманитарная помощь состоит из 4 вагонов, железнодорожных вагонов. 2 вагона представляют собой... 2 вагона – это мука высшего сорта, и еще 2 вагона – это растительное масло. Спецоперация в городе Харок Таджикистана завершена. Как сообщает агентство «Азия Плюс», которое на территории республики заблокировано, в регионе состоялась встреча председателя Горно-Бадахшанской автономной области Кадыра Касимова с активом города, на котором глава КБАУ и сообщил о решении президента Таджикистана Эмомали Рахмона о полном прекращении огня. Между тем, МВД республики опровергло сегодня данные о жертвах среди мирного населения. По данным милиции, в ходе спецоперации на Памире погибли 12 военнослужащих правительственных войск. Еще 23 получили ранения. С другой стороны, были ликвидированы 30 участников предполагаемой преступной группы, 40 человек задержаны, в том числе 8 граждан Афганистана. Ранее сообщалось, в ходе боевых действий в Хароге погибли как минимум 200 человек, половина из них мирные жители. Кроме того, по данным таджикской службы «Радио Свобода», в Хароге есть убитые из снайперских винтовок, в том числе дети. Данные погибших и пострадавших продолжают поступать разные. Как пишет «Азия Плюс», в регионе создана специальная комиссия, которая собирается подсчитать количество убитых среди гражданского населения. Также сегодня официально подтвердилась информация о том, что к границе с Таджикистаном были отправлены афганские военные по приказу президента Афганистана Хамида Карзая. Напомню, спецоперация в Хароге началась в 4 утра местного времени во вторник. Правительственные войска ввели в регион с целью обезвредить предполагаемых убийц генерала Госкомитета национальной безопасности Абдулло Назарова. Как сообщили нам представители демократической оппозиции Таджикистана, информация о ликвидации лидеров Горного Бадахшана не соответствует действительности. Икболшо Мубаракшоев, лидер областной организации Демократической партии Таджикистана, заявил в интервью нашему телеканалу, что общественные лидеры Горного Бадахшана не готовы вести переговоры с режимом Душанбе и выразил надежду, что российские власти согласятся стать третейским судьей в таких переговорах. Он также опроверг обвинения представителей Памира в сепаратизме и призвал к объединению демократических сил Таджикской республики. В моем квартале проживает 1000 человек. В городе Хароге проживает 30 тысяч человек. И представьте себе, что у меня погибло 5 человек с моего края. В среднем это сколько по городу? 150 человек. Никаких проговоров напрямую. Только через посредников. Правильно понимаю, что вы абсолютно не доверяете нынешнему правительству Рахмона в Душанбе? Вы хотите, чтобы после этого я еще о доверии говорил? И у России есть достаточно влияния на наше правительство. И достаточно возможностей, чтобы в посреднических переговорах участвовать, своими глазами видеть, что случилось, кто пострадал и что получилось. Прошедшая спецоперация в Таджикистане – это попытка установить контроль над наркотрафиком со стороны правящей элиты. Такого мнения придерживается политолог Расул Жумалы. По его мнению, это основной фактор старта военных действий в районе Горного Бадахшана. Помимо политической борьбы внутри Афганистана, внутри Таджикистана, борьбы за власть – все-таки соглашаясь с мнением тех экспертов, которые говорят, что отчасти это есть проявление конкуренции, борьбы за каналы наркотрафика, проходящие через Таджикистан. Но с требованием решить конфликт мирным путем в Хароге на митинг выходили местные жители еще за сутки до операции силовиков в областном центре Горно-Бадахшанской области. Тогда собралось порядка 300 человек. На кадрах, которые мы получили из Таджикистана, видно, как проходил митинг еще до ввода в город войск. Уже после с требованием остановить спецоперацию митинговали выходцы из Памира в Москве. У стен таджикского посольства прошел митинг сегодня и в Кыргызстане. Эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов полагает, нынешняя ситуация может послужить началом гражданской войны в будущем и явно снизит авторитет действий президента Эмомали Рахмона. Нынешняя силовая операция, возможно, приведет к временному установлению контроля над мятежным Памиром. Но это может оказаться пировой победой. Фактическое возобновление гражданской войны, полномасштабный эпизод, которого можно было наблюдать в Хароге 24 июля, не прибавит авторитета и доверия к официальному Душанбе и, скорее всего, ускорит падение рахмоновского режима в его нынешнем виде. Социал-демократ Петр Своек вызвал бурю комментариев к своему сообщению о языках в одной из социальных сетей. Член ОСДП полагает, что на самом деле государственным языком в Казахстане является русский. Естественно, заявление вызвало шквал негодования, особенно со стороны национал-патриотов. Политологи же пришли к мнению, что таким шагом Своек пытается отстранить защитников казахского языка от грядущего курултая лидера ОСДП Жармахана Туекбая. В развитии темы материал Юлии Панкратовой.
свыше 40 комментариев и несколько сообщений о необходимости депортации. Такую реакцию в Казнете вызвало мнение политика Петра Свойка о языковой политике в стране. Если лукаво феодальную языковую политику поменять на современную, придется исходить из той реалии, что казахским государственным языком в Казахстане является русский язык, в том числе благодаря необратимо состоявшемуся русскоязычию казахских элит. Казахский же язык, исходя из тех же реалий, рано или поздно придется превращать во второй к русскому – язык межнационального общения. Через действительное обучение в школах, стимулы и требования двухязычия для кандидатов в депутаты, министры и руководителей госорганов, только на таком пути удастся поднять казахский до второго государственного языка. Из онлайна обсуждение переместилось в офлайн. Спорная реплика в социальные сети брошена не случайно, убежден политолог Айдос Сарым. Ему кажется, это провокация, цель которой – отвадить национал-патриотов от грядущего курултая демократических сил. Я думаю, что не исключено по каким-то своим мотивам, либо по мотивам неприязни, Свойк решил заранее отсечь вот казахский сегмент, казахские национальные организации, с тем, чтобы провести мероприятие, возможно, в каком-то ином формате. Потому что абсолютно очевидно, что после таких заявлений ни один уважающийся казахский патриот не придет на это мероприятие. Сам же автор сообщения Петр Свойк поясняет, что изложил свое собственное мнение. Оно не отражает политику ОСДП «Азад». Его нашумевшее высказывание – всего лишь кусочек недавнего интервью, которое так и не вышло. Вся беседа посвящалась языковой ситуации на Украине. Параллели же с Казахстаном вышли случайно. И намеренно оскорблять кого-либо он не хотел. Реагировать на комментарии смысла нет, потому что вообще сила, как говорится, возмущения, которая там бушует, она пропорциональна силе аргументов, которые я привел. Ни одного именно по делу возражения или дополнения, или какой-то альтернативы нет. Там сплошные плевания и проклятия, ну и некоторые угрозы. Но это совершенно нормально для этой ситуации. Все равно слова такие надо было произнести. Тема курултая, которую инициировал лидер ОСДП Жармахан Туикбай, муссируется в обществе с начала весны этого года. На подготовительных встречах экспертам предложили определить, каким будет постназарбаевский Казахстан. В это же время в кулуарах стало активно обсуждаться отсутствие в числе организаторов соратников Туикбая Булата Абилова и Амиржана Касанова. Многим это показалось признаком наметившегося раскола. Мол, в партии идет разделение на два крыла. Умеренное в лице Туикбая и Абилова-Касанова, которые предпочитают заседаниям уличный протест. За ситуацию у соседей по оппозиционному лагерю следит и экс-лидер «Зеленых» Серикжан Мамбеталин. Он готов участвовать в курултае с проектом «Гражданское правительство». Следуйте за тем, у кого больше сторонников. Я помогаю Туикбаю при всем моем неоднозначном отношении. Но Булат занял неконструктивную позицию. У него слишком сильны вождистские амбиции. Это хорошо в другие времена, но не сейчас. На сегодняшний день однозначного мнения по поводу раскола верхушки ОСДП «Азад» партийцы не озвучили. В связи с летним периодом отпусков руководство взяло тайм-аут. Жармахан Туикбай успел лишь пообещать, что подготовительная работа перед курултаем возобновится в начале августа. Тогда же пройдут встречи с различными представителями гражданского сектора, в том числе и с национал-патриотами. Сядут ли все вышеперечисленные оппоненты за один стол, выяснится уже в ноябре, когда заработает новая диалоговая площадка. Юлия Панкратова, Александр Платонов, Асан Амилов, Виктор Гуть, Алматы. Ты Казахстан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Лондон. Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе визита планируется проведение ряда двухсторонних встреч и участие Нурсултана Назарбаева в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Лондоне. При этом посольство Великобритании в Беларуси подтвердило сегодня отказ в аккредитации коллеги Назарбаева на Олимпиаде в Лондоне президенту Александру Лукашенко. Глава Беларуси находится в списке лиц, которым запрещен въезд в Евросоюз, сообщается со ссылкой на представителя депмиссии. В то же время Международный олимпийский комитет и Организационный комитет Олимпийских игр 2012 года в Лондоне заявили, что не отказывали президенту Лукашенко в аккредитации на нынешние игры. Но Нурсултан Назарбаев признал ситуацию с продовольственным зерном непростой. Спасти положение помогут лишь хорошие прошлогодние запасы. Такое заявление прозвучало накануне в ходе встречи президента с Каримом Масимовым. Также глава государства и премьер-министр обсудили подготовку к зиме как всего Казахстана, так и столицы. На Астану, впрочем, как всегда, Елбасы попросил обратить особое внимание. Масимову пришлось намотать на ус поручение главы государства. Надо именно, чтобы в суматохе отпусков не забыть. Особенно в Астане я говорил о новых мощностях по теплу. В прошлом году плохо проходили. И там, где узко было в прошлом году, надо будет проверить.
пусть Ахметов этим займется, чтобы не допустить сбоев в эту зиму. В столице Казахстана назревает настоящее зеленое недовольство. Жители улицы Бебетшелек, или, как ее называют в народе, улица Мира, возмущены действиями властей. Последней каплей для мирных астанчан стала вырубка 173 деревьев и кустарников, расположенных вдоль дороги. Они считают, зеленые насаждения пали жертвой элементарной коррупции со стороны местных чиновников. Подробности в следующем материале. Сколько дерева мы этому? Раз, два, три, четыре, пять. До 16 показано, да? А дальше нет. Это уже более 20-30 лет этому дереву, а дерево небольшое. Любоваться на пеньки жители Бебетшелека теперь вынуждены каждый день. Вот уже вторую неделю по улице идет капитальный ремонт. Вырубаются многолетние деревья, заменяются инженерные и канализационные сети. Картина вроде привычная. Не такие жертвы во имя благоустройства столицы приносились. Однако именно эта обыденность происходящего людей и разозлила. Восстание и без того не особо богатой зеленью, каждый кустик на счету. А теперь дома с видом на вырубленный участок больше напоминают газовые камеры. Весь смог идет в окна, температура высокая, шум, деревья поглощали ведь и шум уменьшали. И теперь оголили всю улицу во имя каких-то парковок. Разразился недовольными комментариями и интернет. Да так, что акиму Астаны пришлось срочно оправдываться. В своем блоге Мангалит Асмагамбетов объяснил, 173 дерева по Бебетшелеку угрожали инженерным сетям. Слишком разрослась корневая система. К тому же сама улица требует существенного расширения. После реконструкции магистраль не будет выглядеть оголенной. Астана Зеленстрой уже разработал проект по озеленению улицы Бейбетшелек. Предусмотрена высадка и пересадка 206 деревьев и кустарников. Кроме того, вдоль дороги планируется высадка 4116 штук кустарников. Впрочем, эти обещания местным жителям доверия не внушают. Вырубить деревья, чтобы на их место посадить новые, приживутся ли? Если да, то сколько лет будут расти? Все это нормальной логике как-то противоречит, говорят они. Торгующей с плодами собственного огородика Гульзаде Махамбетова обидно до слез. Четырем ее детям повысить пособие у города денег нет, а вот на вечный ремонт улиц всегда пожалуйста. Поддерживает соседку по прилавку Людмила Кивалова. Насаждения пали жертвой коррупции, громко заявляет она. Вот эту улицу только недавно делали, этот мы денег государственных. Мой сын живет на 9 мая. Осенью в прошлом году закончили. Бордюры новые, все поставили. В этом году опять перекрыли, новые бордюры ставят. Отмывание денег государственных, народных. А ведь всего меньше месяца назад Нурсултан Назарбаев, облетая лесную зону вокруг столицы, говорил о важности зеленых насаждений. По его данным, за 14 лет вокруг и внутри Астаны было высажено 76 гектаров леса. И продолжать в том же духе задача всех, подчеркнул президент. И тут становится совершенно непонятно, то ли Ельбасы говорил неубедительно, то ли столичные чиновники слушали невнимательно. Вся страна должна участвовать в озеленении. Это наш хороший подарок будущему поколению и себе, и подарок матушке природе. Доброе дело мы делаем. Замзагуль Абдрахманова, Ермек Амиров из Астаны, Казахстан. Представители движения «Оставим народу жилье» празднуют победу. Жительница Павлодара Ирина Казакова отстояла свое единственное жилье, из которого ее выселили в прошлом году. Суд подтвердил право собственности женщины на квартиру и признал торги, с которых была продана жилплощадь, недействительным. Сегодня после долгих мытарств хозяйка вернулась домой. О долгом возвращении в репортаже Аскара Газизова. Сегодня у Ирины Казаковой появилась возможность хотя бы одним глазком посмотреть на свою квартиру. В прошлом году судоисполнители, выполняя решение суда, буквально выставили женщину на улицу. Несколько лет назад Ирина Казакова взяла потребительский кредит под залог единственного жилья. Первое время она исправно оплачивала заем, но затем у женщины начались проблемы. В итоге долги оказались просроченными, и банкиры не замедлили сразу же подать в суд на своего клиента. Жилплощадь выставили на торги. Квартиру продали быстро, хотя ее хозяйка пыталась доказать незаконность проведения аукциона. Теперь суд подтвердил право собственности Ирины Казаковой на это жилье. На бумаге. Практически же вернуться туда оказалось невозможным. Я не могу зайти в свою квартиру, не выселив, не добившись иска о выселении, кто бы там ни проживал. Тася Жапарова или ее племянник, или вообще квартиранты.
Я еще должна по закону. Потом пойдут на исполнение судебные исполнители наши благословенные. Они исполняют 3 года. Как они исполняют, я знаю. Чтобы зафиксировать факт проживания посторонних лиц в квартире, Ирина Казакова вызвала полицию. Но они, как выяснилось, вмешиваться в гражданско-правовые отношения не могут. А потому они всего лишь следили за порядком. В данном случае мы, полицейские, присутствуем здесь для охраны общественного порядка. Так как вот вселение и выселение в квартиру в тех или иных случаях – это гражданско-правовые отношения, в компетенцию которых органов внутренних дел это не входит. В данном случае мы находимся для охраны общественного порядка. Поддержать Ирину пришли коллеги по несчастью. Активисты движения «Оставим народу жилье». Среди них была и Жоламан Нуркенова, чей сын Марат в прошлом году в момент принудительного выселения в отчаянии покончил с собой, выбросившись с крыши многоэтажки. После той трагедии Нуркеновым дали арендную квартиру. Останется ли она потом за ними, пока неизвестно. Впрочем, как неясно и то, ответит ли кто-нибудь за смерть мужчины. Уже годы и 2 месяца, куда я только не обращалась. Никто не хочет ответственность нести, никто. Ни прокуратура, никто не хочет нести ответственность. Сейчас хочу обратно возобновить это все, поехать на Алматы, Генеральную прокуратуру, где он находится, возобновить все это. По приблизительным данным, в Павлодарской области порядка 500 проблемных заемщиков. Из них 3 семьям уже грозит выселение. И пока Ирина Казакова единственная, кто смог вернуть себе жилье. Когда материал готовился к выпуску, стало известно, что постояльцы покинули квартиру Ирины, не дожидаясь судебных проволочек. И теперь ее хозяйка может занять свою законную жилплощадь. Аскар Газизов, Рустам Сырымов из Павлодара, Казахстан. В Алматы прошла общегородская сейсмотренировка с оповещением жителей и гостей города посредством СМИ, громкоговорящей связи и СМС-сообщений. Мероприятие началось в 10 утра по сигналу «Внимание всем». Предполагалось, что жители города будут выходить на улицу, но большинство предпочло остаться на своих рабочих местах и в квартирах. За учениями наблюдала Татьяна Ковалева. Сегодня в Алматы проводили сейсмоучения. Служба спасения и городская клиническая больница развернули передвижной центр помощи и палаточные городки. Сюда должны были доставлять тех, кто якобы остался без крова. Если служба спасения сработала слаженно, то медики экзамен на готовность провалили. Со звуками сирены медсестры и врачи стали не спеша покидать учреждение, забыв при этом своих пациентов. Это, конечно, тренировка на будущее. Потому что ваши сейчас медсестры первую эвакуацию сделали сами, спасая себя. Оставили мы больных. Нарушение здания идет. Можете ответить? Внятных ответов у замдиректора по хозяйственной части не нашлось. Медработникам было рекомендовано пройти курс обучения гражданской обороне и исправить допущенные ошибки. Впрочем, такая забывчивость далеко не открытие для представителей ЧС. Главная задача показательного тренинга – изменить сознание горожан, которые не реагируют на учебную тревогу. Сегодня по нему ударили массированно с сигналами тревоги по радио, телевидению и виде СМС. Я сейчас проезжал ряд объектов, посмотрел уже, что реально люди выходят. Смотрят, где им занять безопасное место. Это уже самое главное, что мы меняем сознание наших граждан о том, что нам необходимо готовиться к любой чрезвычайной ситуации. Это самое полезное, из чего мы должны вынести из этого урок. Учить правильно вести себя во время землетрясений горожан будут регулярно. Многим еще памятна паника в Алматы во время серии 3-дневных толчков в мае прошлого года. А главное, запоздала реакция служб, отвечающих за прогноз и оповещение. Так что правительство тогда устроило разбирательство с ответственными лицами. Сегодня в ДЧС отметили, пока у горожан нет причин для переживаний. Впрочем, в течение обещанного часа X по наблюдениям репортеров граждане особо не активничали. Татьяна Ковалева, Виктор Гуц из Алматы, Казахстан. И пока это вся информация, я прощаюсь. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова